Я отвечу ровно так, как я буду отвечать. Не так, как вы хотите. Здесь, это не интервью. Ваше мнение просто. Это не интервью. Мы все, я же говорю, если вы захотите интервью, вы отдельно запишитесь, это вопрос по будет Караганде, интервью. Да. По Караганде, вот сидит у нас секретарь маслихата города Караганды. Я думаю, что вот как раз он сможет ответить. Да. Областной маслихат, тоже надо будет пойти депутатам, пойти к Акимату. В Акимат. И задать вопросы. Мое мнение, оно абсолютно понятно. Я не раз выражал, но сегодня не интервью. Ну, непонятно. Обращения ко мне какие-то есть? Официальные предложения по законопроектам? Ну, вот вопрос. Почему? Вот вы же были министром. И почему такая... Я вам только что же объяснил. Вы были в областном Акимате, возглавляли отдел образования Карагандинской области. Я же вам сейчас объясняю. И вы сейчас удивляетесь. 32-я школа, где она там находится, а что там, какая проблема? Вы эти школы должны знать, тем более она находится рядом с отделом образования области. Я же вам объясняю, это вопрос бюджета региона. Если в бюджете региона нет средств... А зачем вы в регион тогда приехали, если вы на эти вопросы не можете ответить? А кто вам сказал, что мы что, пришли решить проблему школы имени Сапаева? А почему бы нет? Нет, я вам говорю так, у нас есть своя программа, мы обсуждаем законопроекты, мы принимаем граждан. Вот перед вами были несколько граждан. У них были конкретные вопросы. Вы уходите от темы. Зачем нам их проблемы? У нас есть вопрос развития инфраструктуры. Еще раз я вам говорю. Это не интервью. Коллеги, вот мы с вами сейчас беседуем. Я тоже специально вам говорю. Я хочу попросить вас. Если у вас есть вопросы, если вы хотите взять интервью, есть порядок. По этому порядку, в принципе, я пока никому не отказывал в интервью. Пожалуйста, мы с вами посидим в будущем по очереди и обсудим. Но сейчас я вам еще раз говорю, это не надо мне эти вопросы задавать в качестве интервью. Это не интервью. Если у вас нет вопросов, я попрошу коллег, следующих коллег приглашать, я буду смотреть. Сектор город 2, вот я задерживаете тех граждан, которые нас ожидают. Вот со скольки? С 4 часов нас ждет ассоциация детских садов. Да вы ни на один вопрос не ответили.